назначенный в конце прошлого года исполняющий обязанности директора краевого государственного унитарного предприятия автомобильной дороги Забайкалье Станислав Вершинский, не прекратила занятия предпринимательской деятельностью. Об этом говорят данные, размещенные в открытой информационной системе. Согласно этим данным, Вершинский является действующим индивидуальным предпринимателем. В этом качестве он был зарегистрирован в 2019 году. Основной вид занятий – деятельность автомобильного грузового транспорта. Напомним, что согласно законодательству, лицо, исполняющее функции руководителя государственных или муниципальных предприятий, не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. Отметим, что предшественник Вершинского, экс-директор службы единого заказчика Денис Волынец, был назначен на должность после ареста Михаила Гурулева. Однако назначение было отменено из-за того, что Волынец также являлся учредителем и директором коммерческих фирм, часть которых находилась в состоянии банкротства. Широкой огласке этот факт не придавался.